Юрист Марина Сорока у нас в гостях. Вже можна спокійно назвати штатний юрист нового дня. Майже Доброго доброго ранку ранку. Вам, дякую, що ви з нами. Отже, зміни до Трудового кодексу. Активно вже шумлять усі інтернет-видання, всі пишуть про те, що на 5 хвилин заголовки, на 5 хвилин запізнився, тебе звільнять, немає там медичного обстеження, тебе звільнять і так далі. Я так розумію, що із попередньої нашої розмови до ефіру, що багато що є неправдою. Да, очень много. Перечитала статьи, которые распространяются в интернете. К сожалению, большинство из того неправда. То есть это просто, же тишит. Да, просто взяли ту часть из статьи одну и добавили свое, потому что, ну, вот про испытательный срок понаписали, но не написали, что это касается испытательного срока. Угу. Такие то есть нюансы. Детали упустили, скажем да, так. Да. Если мы говорим, да, вот о вот этих статьях, наверное, мы на них и будем делать упор, потому что все читают именно эти статьи, и все боятся именно этого. Нет медицинского осмотра, до свидания. Как быть с этим? Это касается определенных категорий граждан, которые конкретно указаны в законах и в этом кодексе. Ничего нового. То есть всех подряд увольнять только за отказ от прохождения медицинского осмотра нет такого. То есть только те, которые, скажем так, могут там разнести какую-то болезнь, да, на да, которые работают да. с продуктами питания, угу. с детьми, ну, садики, школы. Это категории, те категории, которые обязаны обязательно угу. проходить. Есть еще обман и нововведение насчет не отсутствия квалификации нужной. Как быть с этим? Опять-таки, это касается только испытательного срока. Угу. То есть во время испытательного срока действительно работодатель при выявлении несоответствия работника тем данным, которые он указал в своей резюме. Анкете, да, может уволить, но опять-таки он обязан его предупредить за 2 недели об этом угу. и предоставить ему какую-нибудь ну, возможность перейти на другую должность. Я понял. А как быть и с увольнением за 3 дня? То есть там, где сотрудник может за 3 дня теперь уже предупредить? Это тоже касается тоже? Только испытательного срока. Опять-таки, когда вы проходите ну, работу на испытательном сроке, за 3 дня вы можете уведомить работодателя, что я угу. увольняюсь. Раньше, конечно, был ну, чуть-чуть другой срок. Больше а то, что срок. Просто на работе вы сидите и решили уволиться за 3 дня, сказали, нет. За 2 недели, как и раньше, все то же самое. Единственное, что я так понимаю, сейчас появилась возможность это сделать по электронной почте. Ну, в законе я не нашла такой угу. пометки. То есть это тоже может быть выдумка, скажем так, да. одного из журналистов, который, я так понимаю, первоисточник кто-то написал, все остальные взяли себе дальше. Скорее всего, потому что там нюансы есть такое, что угу. в случае в течение 2 недель, если у вас есть определенные условия, угу. позволяющие уволиться в конкретный день ранее, Mm-hmm. Ну, это беременность, да, или там наступление родов, уход за ребенком до 15 лет, уход за инвалидом, перевод на другую должность, назначение на другую должность, конкурс, выбор. Ну, то есть там есть определенные mm-hmm. условия, при которых вы имеете право ранее 2 недель уволиться. Активно вот связывают, скажем так, с поиском работы сейчас людей, потому что все ищут удаленную работу. И раньше mm-hmm. как бы этой проблемой вроде бы не было, но сейчас в этот кодекс вносят такой пункт, что есть такая возможность работать удаленно. Да, скажем так, теперь это будет уже официально. Mm-hmm. То есть, если раньше вы неофициально работали, не были ничем защищены, да, то сейчас есть цивильно-правовой договор, в котором четко прописаны условия. Самое главное, в договоре должно быть прописано сроки исполнения. Все. Угу. А так, в принципе, да, это удаленная работа. Если выдерживаем дедлайны, спокойно получаем зарплату. Да, вы можете, там должно быть прописано в договоре о том, что работник сам назначает там дни, часы, в которые он работает. То есть выбирается. Есть еще один пункт. Відсторонення може бути у випадках, передбачених колективним або трудовим договором, на час виконання працівником покладених на нього цивільних, державних або громадських обов'язків, це служба в армії, наприклад, і на час законного страйку, якщо працівник бере участь у такому. Як бути з цим? Правда чи ні? Ну, в законі об этом указано. В принципі, так оно і раніше було. На угу. время служби завжди відсторонявся чоловік від роботи. Соответственно, на це сохранення місця. Сохранення місця, но без сохранення заробітної плати. Угу. Вот так. А тепер по поводу еще увольнений хотелось бы узнать, вот втрата працездатности, втрата працівником права на керування транспортным засобом, например, как быть с этим? Ну, это, в принципе, и сейчас действует. То есть, если, как квалификация одна, если да? человек занимает должность водителя, угу. при утрате или лишении родительских, водительских прав, угу. тогда, естественно, он не может занимать данную должность. Ему в данном случае в течение 2 недель, ну, работодатель уведомляет угу. его об этом, что вот выявлено, мы обязаны вас уволить, вы не имеете права занимать эту должность. Предлагает ему, согласно его квалификации и ну, реальности, другую должность. Если должностей нет на предприятии, либо работник не согласен, тогда, естественно, имеет право уволить. Угу.
А теперь по поводу еще испытательного срока. Я вот смотрю, да, что он не больше 3 месяцев, и для рабочих специальностей 1 месяц. Здесь Да. нововведение какое-то есть? Ну, Или так оно и в было? принципе, оно так и было. Для несовершеннолетних нет испытательного срока. Для тех, кто впервые после службы в армии, допустим, устраивается на работу, для них тоже испытательного срока не может быть. Для тех, кто по уходу за детьми до 15 лет, если в семье, ну, находятся дети до 15 лет, и, ну, как бы, да, А можно. еще то, что мы до эфира говорили, да, уход за ребенком и удаленная работа. Как здесь Да, быть? вот новшество у нас социальный отпуск для мужчин. Однако в законе прописано очень хитро, до 14 дней имеет право мужчине давать отпуск по уходу за ребенком. Однако до 14, Единоразово? да, один раз. Однако до 14 дней это означает, может, один день, два, не означает, что все 14. То есть закон прописан очень хитро, и работодатель уже может сам. Может варьировать уже Да, к самостоятельно сожалению, да. это число. По поводу еще каких-то нововведений, которые бросились вам в глаза, есть что-то еще, о чем можно Ну, в статье, прокомментировать? допустим, про медичный огляд, это очень почему-то сильно расписано, что вот всех будут увольнять при отказе прохождения медосмотра или отказа от прививки. Это, опять-таки, только для определенной категории граждан, которые так и ранее было, ну, они обязаны проходить. Тогда, без предупреждения, да, работодатель имеет право даже уволить. А медицинский осмотр проходится только при оплате его работодателя. Вы сами не обязаны его оплачивать. Если мы говорим Трудовой кодекс, то все-таки есть еще договора, которые, да, вот коллективные. Как здесь быть? Они могут, например, вот да, есть такое понятие, как на 5 минут, если опаздывает человек, то можно считать это нарушением нормальной работы, и, соответственно, его можно уволить без там выговора и так далее. Ну, в принципе, там нету такого четкой конкретики, да, что так и так. Для того, чтобы нарушение нормальной работы юридической установки, организации, оспорить можно в суде. Я как юрист могу сказать, что данный факт при увольнении за 5 минут, то есть должны быть другие нормы ссылания. В Трудовом кодексе нету разъяснения, скажем, что означает нарушение нормальной работы. Если в трудовом договоре это было прописано. Если было прописано, тогда да. Ну, скорее всего, как и ранее, два нарушения. Опоздание на 5 минут входит, скажем так, в легкое нарушение. Да? Если в течение года два нарушения у вас есть, то Работодатель имеет да, право. после этого да. Ну, это так и ранее было. Вот так, друзья. Ну что ж, будем надеяться, что действительно еще самое главное, о чем забыли, это отпуск. Его стало Да, больше. отпуск стал на 4 дня больше. Да, я думаю, что-то еще такое позитивное Да. было, что грело душу. Теперь 28 дней вместо 24. Будем надеяться, что действительно кодекс все-таки будет работать на людей, которые работают и будут помогать найти общий язык работодателю и выполняющим обязанности людям.